Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова высоко оценила работу гуманитарного добровольческого корпуса «Югры». Накануне свою деятельность ей презентовали волонтеры ГУМ-корпуса. Речь шла в основном о той работе, которая уже несколько лет ведется на территории новых регионов России. На сегодняшний день в гуманитарных миссиях на Донбассе приняло участие свыше 700 человек. Они раздают горячее питание, а это уже более 1 миллиона порций, и гуманитарную помощь вывозят раненых бойцов в госпитали, а также помогают военным врачам. Детский омбудсмен выразила готовность помочь добровольцам, к примеру, при получении грантов. Что касается грантовой поддержки, мы здесь готовы писать письма поддержки от себя, да, по тем проектам, которые будут направлены в том числе на помощь детям. Вот, и обычно наши письма поддержки всегда срабатывают как бы для дополнительного финансирования вашего движения.